А сейчас реклама. Ну и перед началом ролика реклама. У меня появилась новая группа MineArk. Здесь я продаю аккаунты по низким ценам на сервере Dexland. То есть вы можете здесь купить аккаунты дешевле, чем на самом сервере. Ну, то есть привилегии. Все честно и без обмана. Ссылка есть в описании. Переходите и покупайте. Ну а мы продолжаем. И всем привет, с вами я, Эндрю, вы на канале Супер ТНТ. Сегодняшний ролик посвящен тому, что мы будем играть в такую игру Among Us. Ну а перед началом ролика, как всегда, все ваши лучшие комментарии с хорошими отзывами, которые видите сейчас на экране. Ну а чтобы ваш комментарий попал в мой ролик, вы должны поставить лайк, подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, ну и конечно же написать положительный комментарий с хорошим отзывом о моем ролике. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Так, и кто же у нас теперь будет маньяком? Опа! А вот это я. Так, типа мы тут это все, ла-ла-ла. Сразу делаем, давайте, саботаж. В электрике, опа! Сразу подбегаем. Так, как там пройти в электрику? Сам сделал, сам починил. Фейковые задания у меня. Одно фейковое задание тут, так. Я так полагаю, мне бежать надо куда-то сюда. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Типа, давайте мы тут качаем, да? У нас как раз задание. Аж целых типа три. Одного мы уже грохнули, и никто не может узнать, где его убили. Пока давайте сделаем саботаж в электрике. Все. Типа мы бежим. Так, где кто находится сейчас? Что? В лаборатории сейчас двое. И никто до сих пор не обнаружил труп. В электрике пока один. Опа. Сразу пишем, давайте. Типа. Кто? Проголосовал. Я проголосую за черных, я против черных. Хотя, чё я против черных? Остался один голос. За кого же проголосовали? Тут чистый рандом, я не знаю. Пока что кто за кого голосует. Я увидел по компу, что красного убили. Увидел только по компу. А я в это время сбежал. Я уже давно даже сбежал. Поэтому он не знает 100%, кто это мог быть. Потому что он не знает, где кто был. Я знаю то, что двое они были там. Подозревает либо меня, либо кто был с ним. Либо черный, либо зеленый. Где труп? Не знаю. Идеальный ответ. Скип. Пока предложений вообще никаких. Кто убил, это даже как-то странно. Ничего я не понимаю. Этот будет коричневый-то нажимать, нет? Все. Завис, походу, он. Он грузит. Все. И кого же скинули? Плеер. Ах, блин. Не раскусили. Тупо 40 секунд. Я кого-то убью. Стоп. Я вижу. Хранилище и в управлении. Давайте пойдем в хранилище. И в хранилище мы уже найдем того, кого искали. У меня как раз осталось секунд 17-14. Чисто мне убить одного челика и все.
Ну тут чисто изи. Ну тупо надо убить кого-нибудь. Вообще трупа не было как бы. Ну ладно. А, нет, он был. Все. Изи победа. Изи, просто изи. Да, ебой. Так, и кто же в этом раунде будет у нас? А, ну не я. Один раз я был маньяком и все. Один раз. За два часа. Вроде как один. Один-два раза я был маньяком вообще за сегодняшний день. Это как-то маловато. Так, что там у нас по людям? У нас есть верхний двигатель, реактор, управление, где как раз я нахожусь, О2 и столовая. Пока не вижу скопления огромного людей. Это очень даже хороший способ для маньяка убить кого-нибудь. Просто хороший, ты отличный. Так, тут. Зеленый стоял. Так, мне нужно как раз таки... Так, вот сюда. Опасно качать, очень опасно, потому что меня могут убить через вентиляцию. Умер, что-то вот этот опасный челик вообще. Подозрительно, очень подозрительно выглядит. Тут двое челиков, поэтому как-то поспокойнее. Даже трое. Это уже хорошо. Вот нужно всегда держаться огромного скопления людей, потому что там даже если тебя убьют, но тут сразу будет понятно, кто маньяк. Кто ман, точнее. А так, к сожалению, непонятно. И до сих пор еще непонятно. Давайте посмотрим по камерам. Что там у нас по камерам творится? По камерам. Ну, у меня проходит два человека. Зеленый пробегает. Вот что-то. Чего, блядь? Я не заметил, но меня убили прямо под камерами. И это был белый. К сожалению, я его не заметил. Это прям было что-то с чем-то. Меня за это... За эту серию убили уже раз 10, наверное. Я даже не знаю, сколько раз меня убили. Уже не помню. Белый, он чисто убивает. На камере даже не было видно. Как он убил меня? Да очень странно. Где он вообще, кстати? Машина и мой труп. Наконец-то. Кто-то заметил его. Скипаем. Тупо чисто скипаем сразу. Где? Сразу убийца бежит. Скип. Ну да, белый. Сразу скип, согласен. Типа скип. Все скип. Чтобы меня вообще никто не нашел, я выиграл. Конечно, блин, они лучшие мы сделали. Один проголосовал за белого. Правильно сделал. Вот только все на скип нажали. Белый, вот он очень хитрый. Прям хитрый жучара такой. Ну, меня ни одного убили, поэтому все тип-топ. Ну как тип-топ? Меня убили. Пока что эта игра мне даже сильно нравится. Не просто нравится, а сильно-сильно нравится. Да, и кстати, если вы хотите еще серии по этой игре, пишите мне в комментариях. Также, если под этим роликом набирается 3 лайка, то тогда выходит новая серия. Так, а теперь мне нужно скачать данные. Давай, качайся. Все равно меня не убьют, я... Блин, я не докачал. Один хорс. Чё там, один хорс? Один час это... Одна секунда. Все, победа. Я выполнил все задания. Ну и вот подошел конец ролика. Ну а перед концом ролика, конечно же, хочу сказать о новостях.
Во-первых, стримы будут, но не часто. Теперь, наконец-то, стримы работают. Я обещаю, стримы будут. С числа 6 точно буду вести их активно. А пока что буду снимать ролики до числа 6. Не снимал ролики почему? Потому что у меня... Время у меня было снимать ролики, но не было идеи снять ролик. То есть я не знал, про что мне снять ролик. Потому что если бы я снимал про Майнкрафт, это было бы непопулярным. А если бы снимал CSGO, по сути, это было бы тоже не очень-то и популярным. Поэтому я решил снять про Among Us. Among Us сейчас самая популярная игра в Ютубе, она даже в трендах. Поэтому я решил снять про Among Us. И если вам понравится серия про Among Us, давайте под этим роликом наберем 3 лайка. Набирается 3 лайка, выпускаю новую серию. Ну, а это, в принципе, все, что я хотел сказать. С вами был я, Эндрю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!